Создание самарского бренда и креативной индустрии, развитие кинематографа и поддержка культурных инициатив – эти темы стали главными на форуме «Культура вызова времени». Региональные и федеральные эксперты сначала работали на секциях в разных локациях, а затем провели итоговое пленарное заседание в Самарском театре юного зрителя «Самарт». У Самарской области есть совершенно точно все для развития любой креативной индустрии, там из 16, которые существуют. Потому что есть очень классные команды, профессиональные, с горящими глазами, понимающие, что они и зачем делают для жителей города, для креативного бизнеса. Ну и, конечно, поддержка и правительства региона, и лично Дмитрия Игоревича, который активный участник и российских креативных недель, вообще очень поддерживает эту повестку, и молодежная команда, которая развивает это на территории субъекта. Поэтому у Самарской области совершенно точно есть все шансы выйти в лидера развития креативного сектора у нас в стране. На форуме презентовали брендовые проекты региона, среди которых музыкальный фестиваль «Самфест», который пройдет в Самаре в июне и в очередной раз соберет самобытных исполнителей со всех уголков России, развитие театра-студии «Грань» и создание природного парка «Мастрюки» на Грушинской поляне. Самарский модерн и совершенно замечательное наследие. Ну, понятно, что волжский гедонизм и все, что вокруг реки, вызывает главные эмоции. Но также там все очень ждут фабрику-кухню, все следят за реставрацией мозаики в Тольятти. Появляются новые какие-то вот аттракции. Сейчас вот появился комплекс «Заварка», да, отреставрированный особняк с очень хорошей начинкой, с наполнением каким-то осмысленным. То есть я каждый раз, как оказывается, в Самаре, что-нибудь новое прекрасное случилось. Вокруг уже люди, всем интересно. И вот это вот все время вот действительно в развитии. Вайб вашего региона, он уникальный, и мы в него влюблены. Обсудили на форуме и развитие инклюзивных практик в творчестве. Творчество, искусство не имеет границ. И как раз мы, люди с инвалидностью, можем через творчество, через искусство, через музыку можем рассказать о себе и про себя, как мы чувствуем этот мир. Мы должны рассказывать, мы должны достигать, мы должны делать все для того, чтобы жизнь детей с инвалидностью, людей с инвалидностью становилась комфортнее и лучше. В работе культурного форума приняли участие более 400 человек. Для гостей в фойе театра организовали несколько выставок «Дети героев», «Балет» и «Рожденные в сердце России», которые демонстрировали творческий потенциал региона. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.